Смотрите, какой мне сегодня букет Вика принесла, красивый. Так было приятно. Вы себе не представляете. Красивый, красивый. Сейчас поставим в вазу. Будем любоваться. Добрый вечер. Мы сейчас с Норой проходим здесь. Я попросила ее помочь мне по работе. Мне нужно сходить на встречу. Как раз сейчас прогуливаемся у храма. Я не знаю, будет вам слышно. Бьют колокола в храме, только не в этом. Это костел католический. А там дальше храм Жен Мироносец. Очень красиво бьют колокола у него. Может быть, будет слышно на видео, не знаю. Но я надеюсь на это. Мы сейчас с Норой закончим наше дело, которое здесь у нас есть. И отправимся в одно. Слышите, а теперь? Сейчас вы послушаете. Ой. Отойди с дороги. Нора, смотри, какая она красивая. Посмотри в камеру быстрее. Она на меня смотрит. Да, какая она. Подойди с этой стороны, посмотри. Чего у меня с этого? Кто это? Кто это такая на моей руке? Вообще, какая красотень. Она такая маленькая, маленькая, маленькая. Кто вы, женщина? А может быть, это мужчина? Какая милаха! Посмотрите, какая милаха! Вообще, такая милая! Она пришла ко мне познакомиться. У нее 4 лапки. Может, не 4. Споткнулась. Сколько время?
Мы с Норой пришли в кино. Нора там сидит. Сейчас будем смотреть. Нора, как фильм называется? Битлджус 2. Так, вот сейчас, через полчаса у нас сеанс. В общем, решили сходить в кино. Сидим, ждем. У нас еще 30 минут. Нужно подождать с Норой. Нора поедает пока свой попкорн с беконом. Говорит, надо было больше брать ведро. Мы посмотрели, взяли среднее ведро, там было огромное, и что-то она уже пол ведра съела. Пока мы сидим, ждем. Прям написано, он еще попкорн выстучил бутылкой на трейлере. А, там написано на пачке, главное, чтобы попкорна хватило не только на трейлеры. Ну да, у нас так как раз это и получилось. А я себе взяла, знаете что? Нор, дай мне, пожалуйста. Нет, вот то только. Ну то, что то Доритасы. Да, Доритас и Начосы. Кстати, одно и то же. Да, да. Доритас это да. Вообще. Здесь, я так поняла, оно острое. Спайс. Ну, честно говоря, я хотела Доритас. С чем оно? С каким-то там перцем. Халапеньо? Или чили. Ну, в общем, его не было. Не было того, к сожалению. Что пришлось взять. Пришлось взять то, что было. Что дают. Так вот. Роман с нами не пошел, не захотел. Остался дома. Устал сегодня очень после работы. Говорит, я буду спать, а вы идите, а мы пошли с Норой. Нора как раз развеется, посмотрит. Ага. Нора мне сейчас рассказала... Да, очевидно, Нора... лучшее продолжение. Нора мне сейчас рассказала то, что Тиму Бартону дали за этот фильм, наконец-то, звезду, после этого фильма. Вот это он называется, не помню, но после этого. Представляете, у него до сих пор не было звезды. Где это? Где они здесь? Я не выкладывают. У нас такие эти, мы знаете. Поставили. Это ж землю. Положили. Поставили. Мы такие. В этом плане люди необразованные. Простите. Я никогда не слежу, кто там получает Оскар. Кто получает эти звезды, как это правильно называется, надо хоть загуглить. Там сборы с этого фильма огромные, сколько? Уже? А сколько? 30... А сколько почти он... под 30 лет продолжения ждали. А сколько он в прокате? Недавно. Недавно, да? Я думала, уже давно. Ну так, я не помню. Что ладно, мы пойдем. Не забывайте подписываться на канал. Возвращаемся с Норой с кинотеатра. А здесь никого. Никого. Только мы с Норой. Да ладно, еще люди, которые возвращаются с киносеанса. На самом деле торговый центр уже закрыт. Все закрыто. Видите, перекрыты все ходы и выходы. Сейчас опять через парковку будем выходить, да? Так, конечно, необычно, когда мы каждый раз, когда с Норой возвращаемся с кино, я каждый раз ловлю себя на мысли о том, что в торговом центре ночью, когда все закрыто, как-то не очень комфортно. Что это за звук был, но это у тебя? Это... Кто? Сколько там? Так, по поводу фильма. Понравился ли мне фильм? Мы ходили на Битлджус, повторяю, мне понравился. Интересный
Нори больше всего понравился Битлджус. Это был в оригинале, это не он. Мне понравилась Долорес, Моника Белуччи. Подождите, мы сейчас застрянем. Я так не люблю через парковку потом выходить, но одно дело, когда люди там с машины своей идут, а учитывая то, что мы здесь живем, ну как бы рядом, нам удобнее было бы выходить через первый этаж, ближе. Ну да ладно, уже вышли как вышли. Сколько сейчас время, Навр? 21:30. Фильм шел сколько? 2 часа. Так, вот сейчас на улице. Здесь темень. Там дальше свет горит. Что-то оно вообще не показывается. Посмотри. Все не снимаю. На камере даже не. Подожди. Что это? Вообще не видно. Такая луна красивая. Хотела вам показать, а ее даже не видно. Вот вы говорите, спрашиваете, где он добывает свои вещи? Где он добывает свои вещи? Вот где. Да подожди. Ага, я же хотел показать, как он работает. Сейчас покажешь. Где? Прямо перед носом. Уводят. Прямо перед носом. Ну, шикарный маленький бизнес. Смотри, берем гирю 2-килограммовую. А тут шкала в фунтах. То есть это 5 фунтов примерно. Надо уравновесить. Да. Шикарный домашний бизнес, маленький. Это в фунтах, да? Да. Ну там вон шкала. 5, 10, 15 максимально. 15. До 6 килограмм. Угу. Такой простенький и со вкусом. Ну, да. Может служить в качестве орудия самообороны. Точно. Бум. А у тебя здоровый. Я не снимаю. Еще один. Еще вот, один. Вот. 1923 год это, да? Да, да. Да, хороший. Вот это для самообороны мне больше нравится. Ну, это уже для конкретной самообороны. Да.